Короче, фиг знает, на каком канале этот ролик выйдет. Собственно, вы увидите там, где он уже вышел. Но если на основном, то не забывайте, что у меня есть лайв-канал с очень интересным контентом. И там иногда бывают игровые стримы. Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня поговорим про комп для бати, который я давным-давно уже хочу собрать. Давным-давно кормлю вас завтраками, что вот-вот. И уже 2 недели батя сидит без компа, потому что задумал я все это дело 1.5 года назад. И только 2 недели назад я забрал у него его комп, который вот так вот красиво был упакован в пакетик. Со шнурками, с такой вот ручкой, скажем так, импровизированной. Ой, любит батя у меня всякие вот эти узелки. Но, собственно, да. Давайте мы все это дело разденем. Не будем мы тут никакие узелки развязывать. Узелки батя верну, не переживайте. Но последние года 3-4, а может даже и 5, батин комп выглядит вот так. Потому что я решил сделать ему компик в самодельном корпусе, что, собственно, вы сейчас видите. Но вы видите раму, потому что здесь есть у нас такие пазы, куда планировалось нарезать из оргстекла или из акрила панели с интересным дизайном вентиляции, с уникальным дизайном, но как-то до этого все так и не дошло. То я ждал от бати рисунок, то, собственно, потом мне было уже не до этого. Но компик у нас полноценный, функциональный, в принципе, все, что от него требуется, все он и может. Но все он может, за исключением игр, потому что здесь у нас видеокарты нет, здесь у нас встройка. А проц у нас здесь, насколько я помню, тэшный, типа i5-6500T или просто 6500. Короче, я даже не помню, какой здесь был проц, потому что изначально здесь был пенек 44-00, потом как-то я к нему приезжаю, смотрю, ну, тяжело, друзья, все-таки на пеньке что-то там где-то работать, а батя там и в фотошопе что-то может поковырять. И у него всегда 1 000 000 вкладок в браузере. И, короче, пипец. Поэтому я ему тогда просто этот и заменил, тоже на Авито где-то купил. Но, друзья, время не стоит на месте. Видеокарта здесь так и не появилась. Но стоит отметить, что здесь у нас очень компактный блок питания, который используется в моноблоках. Он у нас здесь на 300 Вт, насколько я помню, Foxconn, да, FX-R300. Блок питания 300 Вт, все там проводки есть. Понятное дело, что с таким далеко не уедешь. Понятное дело, что материнская плата уже устаревшая в свое время. А, вот, Prime B90MA. Наверное, так. Что касается остальной начинки, память, друзья, здесь тоже непростая. Про эту память я уже рассказывал вам в видосике. Вот такие вот модули. То есть, SODIMM, ноутбучные маленькие модули вставляются вот в такой вот переходничок. И, соответственно, уже это вставляется у нас в DIMM-разъем. И память здесь есть. У меня валялось 4 штуки по 4 гигабайта. Их пристроить особо было некуда, поэтому были куплены такие переходнички, не помню, рублей по 200, наверное. И, соответственно, вот так вот все с 16 гигами оперативной памяти у бати все работало. То есть, на морду выведена USB 3.0, кнопка выглядит вот таким вот образом. Ну и, соответственно, там бате нужно было использовать внутренний привод и, соответственно, SATA. Интерфейсный SATA питания были таким вот способом выведены. Он до сих пор смотрит что-то с дисков. Причем с дисков нарезанные фильмы, нарезанные на болванки, которые сегодня можно скачать в онлайне, посмотреть, да все что угодно, в любой момент, в любое время, при наличии интернета. А интернет у него есть. Ну и, собственно, пора, друзья, давно пора было ему компик заменить, тем более я решил, что моя видеокарта 3060, которая в белом цвете и долгое время стояла в ПК у меня на AMD платформе, поедет сюда. Но что же делать с остальными комплектующими, какие выбрать, сейчас покажу.
Ну что, по традиции начнем с процессора. Здесь у нас процессор уже установлен и был куплен он полгода назад. Может даже больше, может меньше. И в тот момент, в момент покупки процессора для батиного ПК, я его покупал на Авито, выбор пал в сторону вами так любимого 12400. Опять 12400, проверенная временем рабочая лошадка, которая справится в принципе с любыми задачами. Ну и соответственно и поиграть тоже можно будет. Тем более апгрейд по сравнению со старым поколением, ну прямо очень даже хорошо. Что касается охлаждения. Как вы можете увидеть, охлад здесь стоит Thermalright. Это у нас AXP90X53 Full Copper, то есть полностью медный. И, друзья, обзор этого кулера есть на канале. И для 12400, тем более для компактной сборки, которую я задумал, здесь этого более чем достаточно. Все протестируем, все посмотрим, как будет по нагреву, а также как будет по шуму. Что касается следующей, не менее важной детали, да, в нашем ПК для отца, это материнская плата. Именно ITX материнская плата мне была нужна, потому что она будет стоять вот в этом вот компактном корпусе. И именно поэтому, друзья, выбор пал на Maxan Z790 ITX, которую я купил на Яндекс.Маркете, опять же по скидочке. А скидочки у нас где? Правильно, в скидочной группе Telegram. Скидки в интернете от ProSSD. Вступайте, подписывайтесь, там много всего интересного. И со всеми скидками она была куплена за 20 тысяч рублей. Почему, друзья, 12400 и Z790? Во-первых, компактные материнские платы, да, форм-факторе ITX, Mini ITX, если быть точнее, они стоят недешево. И если брать даже какую-нибудь брендовую B-плату, там без разгона, всего прочего, то она стоит дороже, чем вот эта Z790, пусть и от китайского бренда Maxan, но, блин, здесь есть максимально все, что возможно, плюс, если захочется, можно будет погнать, а значит, в случае, если бате вдруг не будет хватать производительности, или у меня освободится от какой-нибудь сборочки процессор, он идеально сюда залетит, и, соответственно, производительность можно будет поднять. Тем более на 1700-й платформе Intel максимально огромный выбор процессоров, там вплоть до топовых. Понятное дело, нужно будет что-то менять, если ставится жиртоп какой-нибудь, или ставить водяную систему охлаждения. Но это все возможно, друзья, на плате Z. И именно поэтому я решил, попробуем Z-ку от китайского Maxan и посмотрим, что из этого получится. Теперь, что касается оперативной памяти. В принципе, она была определена уже давно. Это моя предыдущая память NTAC DDR5Z. Да, та самая с шикарными радиаторами из хрома и эффектно выглядящие на моей белой сборке Intel. Но, друзья, несмотря на то, что здесь у нас NTAC DDR5Z, радиаторы здесь стоят от Viper Extreme 5. И видосик про то, как я менял радиаторы, что из этого вышло, есть опять же на лайв-канале ProSSD Live. Вступайте и подписывайтесь. Так что тут все максимально просто. Красивая, с подсветкой, 2 по 16, с частотой 6600. Идеально для такой сборочки. Да, пусть и процессор здесь не самый супер топ жир, но для компактной сборки здесь все супер. Теперь же, друзья, что касается блока питания. Блок питания тоже уже был у меня на обзоре. Это Thermalright на 550 Вт SFX. Компактный, бесшумный на малой нагрузке. Ну и, собственно, тихий под нагрузкой. Потому что, друзья, корпус, куда я хочу собрать бате-сборку, подойдет только SFX блок питания. А 550 Вт для 12400 и для 3060 более чем достаточно. Так что проблем не будет. А то, что блок питания модульный, упростит сборку и лишние провода сюда подключать не придется. Ну и в заключение, друзья, почему захотелось собрать именно компактную сборку? Потому что есть интересный компактный корпус, и это PC-кулер i100 Pro Mesh.
Он очень компактный. Да, для того, чтобы поставить видеокарту, вам придется докупить Razer, но с этим проблем нет. Где, собственно, купил этот корпус и Razer, ссылочки есть внизу, как и на все комплектующие, которые сегодня используются. Так что, друзья, давайте распечатаем корпус и давайте соберем сборку для бати в этом великолепном корпусе. Ну и, конечно же, видеокарта та самая белая 3060, 8-гиговая, да, именно 8-гиговая, которая у меня с пылу с жару прямо сейчас снята с платформы AMD. По поводу AMD посмотрим, что там будет стоять, возможно, 4060 из ПК, видео про который было недавно, если не продастся, либо что-нибудь будем думать. Но эта видеокарта точно пойдет к бате. Так что, друзья, давайте все это красиво соберем в крутом компактном корпусе PC-Cooler i100 Pro Mesh. Ох же и волнительно было на первом запуске, появится ли изображение, все ли в порядке, ничего ли нигде не произошло, не отломилось, не замкнуло. В общем, было переживательно. Но все стартануло, все запустилось, вопросов никаких нет. Какова же красивая сборочка и компактная получилась. До сих пор не перестаю кайфовать от этого супер крутого компактного корпуса PC-Cooler i100 Pro Mesh. Стенки, металл, толстый, все сделано качественно, супер, ничего нигде не царапается, все собирается. Но, друзья, если вы решили пуститься в такое приключение, как сборка компактного ПК, то при сборке нужно на несколько шагов вперед сразу же все продумывать. Даже лучше полностью все шаги продумать, потому что мне практически на финале сборки все-таки пришлось все разобрать, исправить и, соответственно, собрать все заново. Но сборка готова, сборка работает, сборка великолепна, компактная, блин, ну кайф, друзья, вот тут просто
куча эмоций. Что касается удобства, ручки просто супер. Такая из кожзама, но достаточно толстая ручка, все отлично, можно перемещать, двигать, если вдруг понадобится. Что касается разъемов на морде и вообще кнопок управления, одна кнопка питания, индикатор питания, который горит синеньким светом, когда ваш ПК включен, ну и один разъем USB 3.0 и один разъем Type-C. Да, почему не сделали два USB 3.0 разъема, ведь колодка позволяет сделать два разъема, непонятно, но даже этого для обычного использования будет более чем достаточно. Потому что, друзья, на материнской плате у нас куча различных USB разъемов, также есть Type-C, 2.0, 3.0 разъемы, так что можно будет подключить все, что угодно. Да, Максун плата Z790 ITX интересная, но не обошлось без сюрпризов, потому что колодка подключения кнопки питания, индикации, там, она не подписана. И даже если ты идешь на сайт, скачиваешь мануал, там нет никакой информации. Да, эти колодки все везде делаются по одному принципу, по одному стандарту. Но все же, кто собирает в первый раз, у него могут возникнуть проблемы. Так что здесь китайцы все-таки не доработали. В остальном кайф. Разъемы антенны. Антенна у нас есть в комплекте. На магните все это хорошенько магнитится и классно смотрится. Так что у бати, конечно, все по проводу будет подключено. Но если вдруг понадобится, все можно сделать. Что касается оперативочки, она здесь светится. Из-за перфорации ее там практически не видно, если только прямо смотреть. Но все работает. Результаты показывают, на удивление, хорошие. И здесь вопросов нет. XMP профиль на 6600 завелся без каких-либо проблем. Накопитель я использовал здесь предыдущий, из предыдущего батиного компа. Это KC3000 китаец, который был, собственно, скуплен на Авито, вроде я для него покупал, или на Алиэкспресс, уже не помню. Да-да, те самые времена, когда можно было там за 4 с небольшим купить терабайтника, за 8 2 терабайта. Но сегодня времена другие. Самое главное, я переживал, запустится ли 10-я винда, которая была на предыдущем ПК. Все запустилось, драйвера обновились, все супер, без проблем запустилось. Да, драйвера все накатил, так что кайф, друзья. А как иначе? Что касается блока питания, SFX от Thermalright у меня был на обзоре, великолепно встал, все работает, все отлично. Что касается, друзья, видеокарты. То есть я очень переживал, что ее будет сильно заметно. И сейчас на ролике вы видите, как будто бы ее видно. Но если ты ее смотришь вот так вот в упор, ну она практически незаметна взглядом. Не камерой, а именно взглядом. Так что имейте это в виду, даже если у вас белая видеокарта, как моя, в случае она не будет бросаться в глаза. Что касается вентиляции снизу, у нас здесь есть вентилируемая решеточка, которую можно в случае чего снять. Хотя, так как у нас здесь никакого активного охлаждения нет, то есть ничего не всасывается, не выкидывается, просто воздух берется снаружи и внутри вот такая вот катавасия у нас. Возможно, даже можно использовать и без этого фильтра на магнитах, но он здесь есть, и это хорошо. Теперь же, что касается работы и тестов данного ПК и, конечно же, температур. Да, я сюда накатил сразу же бате серию игр Metro 2033, Far Cry 6, а то на рабочем столе у него ярлык от Far Cry 3, да, тоже чумовая игра, но на встройке она шла очень тяжело и, наверное, неиграбельно. Сейчас без проблем можно будет во все эти серии игр поиграть. У бати любимая игра — это Far Cry 1 часть. Он, кстати, на предыдущем ПК заново ее прошел. Что касается FPS, то здесь у меня претензий нет. Все на уровне комфорта. Везде там выше 60 FPS практически на высоких, либо ультра даже настройках. Так что комп показывает себя отлично. Да, в процессе игр все начинает нагреваться и достаточно шуметь. Но и это можно понять, потому что корпус компактный, активного охлаждения здесь, которое выдувает горячий воздух, здесь нет. Поэтому он внутри разогревается и у нас, соответственно, нагревается верхняя крышка. И, конечно же, я сделал замер. Сначала я вам покажу тесты на ПК, который стоит в простое 15 минут без какой-либо нагрузки. А далее посмотрите, как нагревается корпус после 15 минут игры в Last of Us. Одни из нас. Конечно же, первая часть.
Ну и как вам, друзья, настроечки? Да, все начинает достаточно сильно шуметь, жужжать. Проц у нас там в районе 80 градусов. Видеокарта там 84, вроде 90 хотспот. Тоже не прохладненько совсем, но все в принципе работает. И вот здесь... Да, для такой сборки встает вопрос, а как же быть тогда с охлаждением, чтобы хоть как-то температурку уменьшить? К процу вообще вопросов нет, все отлично работает. i5-12400 с невысоким кулером здесь у меня нет никаких вопросов по охлаждению. Вот видеокарта, да, горяча. И это у нас связано, конечно же, с корпусом, потому что, несмотря на перфорацию, все-таки теплообмен здесь невысокий. Поэтому, если сюда ставить какую-нибудь карточку, возможно, попроще... Либо что-то думать, как-то заморачиваться с отводом тепла поэффективнее. Но, блин, насколько же это компактная сборка. Кстати, у бати же компик стоял в виде скелета. И кто знает, что будет с этим компом. Так что пока давайте снимем все крышки. Посмотрим, потестируем, как это все дело у нас будет ходить. Но... Ну кайф же, друзья, ну как же это все компактно. В таком виде проблем с охлаждением не будет 100%. По поводу пыли, здесь будет засасываться окружающая пыль за счет видеокарты и, собственно, блока питания и охлаждения процессора, но зато будет холодно. Поэтому посмотрим, как батя будет комфортно, некомфортно играть с крышками. В любом случае, если что, всегда их можно будет снять. Ну, кайф, а, друзья? Просто кайф. А еще и летом, например, взял и на огород компик отнес, чтобы в игрульке можно было поиграть после всех работ. Вечером, конечно же. Блин, PC-кулер i100 Pro Mesh. Просто великолепный корпус, компактный корпус. И не будь я блогером, не занимаясь я тестами, обзорами, я бы обязательно собрал себе действительно компактную сборку. Да, там я бы заморочился с кастомным охладом, но я бы сделал себе компактный ПК, потому что нафига эти здоровенные гробы. Да, надо понимать, что не поставишься туда i9 и 4090, но кто знает. Что так и не бывает в нашем мире сегодня. Список всех комплектующих, которые использовались в этой сборке, друзья, вы можете увидеть под этим роликом со ссылочками, где можно все это дело купить. Поэтому переходите, смотрите, сравнивайте, смело можете покупать. У меня же на этом все. Увидимся с вами на новых обзорах и пока-пока.